Да. Сорянный. А Сейша, конечно, играет за Равина. За Рейвена. Пока мы радуемся победе Дехазера, у нас подерутся Сосори и Сейша. Очень уверенно начинает Сосори, сразу загоняет Сейшу в угол. Неудачный борст от Сейши. Отличный миксап от Сосори, отличная комба через метки. У Сейши уже нет лица, просто Сейши, где лицо? Отлично ловит выпрыжку. И но кончились метки и закончился прессинг. И наконец-то Сейша выходит из угла и переходит в наступление. Но сможет ли Сейша разорвать настолько большой лайфлид? Отлично, Сосори сейчас влетает в него. И даже добивает. Господи, я даже не думал, что эта комба убьет. И, конечно, Таск Б в ОТГ наносит достаточное количество урона, чтобы добить. Сейша сейчас уверенно перебивает. Хороший миксапчик через Glide Low, но нет нокдауна. Нет нокдауна. О боже, золотой бурст от Сосори. Золотой бурст от Сосори дает ему очень много сейчас возможностей повернуть игру в свою пользу. Хороший антиэйр от Сосори. Отличная комба. И вот сейчас можно было получить бурст, но Сосори этого почему-то не сделал. Висит в воздухе благодаря набранному ранее ветру. Вот сейчас, конечно, почему-то не продолжил комбу через РЦ. Да, небольшая ошибочка от Сосори дает Сейше возможность сделать комбу. Весь метр потрачен, но отлично, это все того стоило, потому что он отлично сделал аэртроу. Закинул Сейшу в угол и начинает прессить. Но меток нет, поэтому прессинг не очень сильный. И вот Сейша удается вырваться и обернуть ситуацию в свою пользу. Пошел миксап на миксапом. Сосори наконец-то удается выйти из угла. Ой, нет конфирма в комбо от Сосори. Ох, как хорошо схватил. И да, это был бурстбейт, да, но Сосори решил не бурстить. И находит, куда влезть супером. Нет мазохизм метра, а иначе бы это была смерть. Так, это, конечно, будет за блочить. Да, часы очень плохие. Даже блочить не пришлось, они просто не попали. Но за вифпанишить там тоже сложно. И, перевисел. Джамп Хайс всесилен. Перевисел Сосори в воздухе, и Джамп Хайсом, конечно, ему... Конечно, ему насували. Тащи, дорогой, тащи! Итак... Ох, как хорошо он поантерил бэтслэм. И сконвертил это воздушный удар. Хороший бурст от Сосори. Против Сейши, против Рейвена, в частности, очень тяжело усилить. О боже, это можно было. Это можно было сконвертить. Очень больно. Но Сосори, видимо, сам не ожидал, что попадет телепорт башка. В итоге из-за этого проиграл ситуацию и сам уже в углу. Сам уже превозмогает прессинг Рейвена, кушает командник, кушает миксапчик. Мазохизма достаточно, чтобы следующий командник уже сделал очень больно. Кушает миксапчик, вот сейчас наконец-то все заблочено и пытается Сосори выйти. Бэтслэм заблочен, но тоже нет меток никаких, не получается заантерить. О боже. Тяжелый чар, поэтому по нему когти нельзя так делать, не дают они нормального нокдауна. Просто в чип добивает Сейша иглой, не сделал Сосори ФД почему-то. Первую победу в сети уносит с собой Сейша. Сосори берет немного времени. Думает сейчас. Возможно, хотел выйти на Чар Селект. Ох, какой хороший антиэйр от Рейвена сразу. Нокдаун. И командник через... Боже мой. Сколько там уже мазохизма? А вот здесь можно было поконфирмить во что-то получше. Все равно это было круто. О, нет, нельзя бэкдэшить. Сейша, кажется, нашел свою флоу, теперь... Сейша просто... Но эти когти... Да. Вот Сейша такие. Просто включил свою игру по кнопочке просто. Моя игра включена, все. Сосори решил поиграть немного более от защиты. Не попадает и опять поантерил бэтслэм. Как же он их антерит? Опять Сосори в углу. А, хорошо перебивает Даст панчами. Опять пытается висеть в воздухе, но это не дает ладов никаких абсолютно. О, хорошо перебивает Глайд через два панча. Поэтому очень легко это делать, и надо этим, конечно, пользоваться. Хорошо пропускает нам в прыжечку Сейша. У Сосори есть куча меток, но, о боже мой, как он его схватил в воздухе. И сразу командник, сразу миксапчик. Еще! Еще там будет команда. Командник. Комбы нет.
Хамбы почему-то нет. За Бэйчен Борсты, да. Возможно, именно поэтому. Сэйша уверенно забирает этот бой. Гораздо увереннее, чем предыдущий. Давай.